Зацените, у меня новый питомец. Я скрестил волка с зайцем. Какими свойствами и способностями наделено животное, сейчас узнаем. Начнем с кормежки. Да не тебя, дурень. Волк, хищник, питается мясом. А вот заяц травоядный и очень любит морковку. Кажется, он тебя плохо видит. Слеповатость у него явно от зайчика. Зайцы видят не очень хорошо, зато слух у них превосходный. Смотри, он тебя чувствует, но боится. Обоняние волка в 100 раз лучше, чем у человека, и оно может различать около 200 миллионов оттенков запаха. Потихоньку привыкает к тебе, и заячий страх притупляется, а вот голод его подталкивает на обед. Я бы не стоял. Беги! Волк развивает скорость до 60 км в час, а вот заяц может втопить и до 70. Если исходить из параметра скорости, то шансов убежать у тебя нет по-любому. Но ты явно отрываешься, что странно. А, слушай, я понял. У него есть волчья особенность. Волки ведут жизнь стаями и часто применяют хитрость и уловки по загону добычи в созданную ими засаду. Я тебе не сказал, но таких особей у нас две. Так вот, он явно гонит тебя в засаду к самочке. Ну вот, точно. Ой, смотри, они уже размножаются. И явно как зайцы. Остается вопрос, хищники или травоядные? Брось в сторону морковку. Так, ну. Ой, кажется, ты у нас счастливчик. А, нет, прости, показалось. Отличная новость, открываем сезон охоты. Кормить же зверушек надо. Нужно срочно придумать кого-то, кто будет сокращать численность пушистых. А то расходников не напасемся. Спокойно, в порядке очереди. Подписываемся, рассказываем друзьям и проходим. Нашему зоопарку любое мясо сгодится.